Вместо привычных темных платьев и белых фартуков – жабо, кружево и клетка. На протяжении 4 лет предприятие «Адема» предлагает школьникам альтернативу классической униформе. 4 года назад мы запустили этот проект «Школьно, модно, стильно». И, в общем-то, вот на протяжении всех этих лет мы стараемся ежегодно вносить какие-то новые модели, дополнять коллекцию какими-то модными элементами. На выбор школьников 110 единиц модной одежды. Коллекция предстоящего учебного года охватила практически все возрастные группы, говорят создатели формы. Тем, кто только начинает познавать вкус гранита науки, дизайнеры предприятия «Адема» предлагают комплекты в дополнении с аксессуарами – бабочками, галстуками и брошками. А старшеклассницам могут прийтись по вкусу романтичные кружева. Но принцип выбора одежды для учеников любого возраста остается единым. Эта одежда должна быть бифункциональна, она должна быть удобна прежде всего, соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Для этого мы использовали ткань с небольшим количеством добавок синтетических, чтобы, во-первых, дети чувствовали себя комфортно. Эта ткань прекрасно сохраняется после стирки, она не оставляет катышек. И к концу учебного года одежда выглядит как новая. Еще одна новинка предстоящего сезона – тартан. Классическая шотландская клетка пришла на смену однотонным темным расцветкам. Однако и им нашлось место в нынешней коллекции, говорят ее создатели. Кроме привычного синего и черного, здесь можно увидеть костюмы и сарафаны бордового и серого цветов. А в качестве эксперимента, направленного на изучение спроса, дизайнеры предприятия «Адема» включили в коллекцию несколько моделей для особых случаев. Ткани, использованные в этой одежде – шифон, бархат. А в качестве украшений – стразы и искусственные цветы. Для многих это еще одна возможность разнообразить школьную форму. Ирина Полесика и Дмитрий Глухенький. Первый республиканский телеканал.